Олимпийские чемпионы 2012 года Иван Ухов и Светлана Школина намерены выступать под нейтральным флагом. Прыгуны в высоту подали заявку в Международную ассоциацию легкой атлетики на индивидуальный допуск к стартам. Ранее также поступили еще 10 наших атлетов. На такой шаг все они пошли, что называется, не от хорошей жизни. Отстраненные от международных соревнований еще перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, россияне уже полгода как пытаются добиться права на выступление. Пусть даже и в так называемом нейтральном статусе, не под флагом России. Наши спортсмены потеряли все шансы представлять страну на международных соревнованиях перед Олимпиадой. И все это благодаря информатору ВАДА, экс-директору Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Тот заявил, что в нашем спорте все поголовно сидят на запрещенных препаратах.